Первый стартовый номер в короткой программе вытянула миниатюрная японка Сатоко Миахара. Серебряный призер чемпионата мира 2015 года. Серебряный призер финала Гран-при. Кататься она будет под музыку Джакомо Пуччини. Два самых сложных прыжковых элемента. А в общем-то три. Потому что каскад состоит из двух. Во второй половине программы. На огромной скорости. Был исполнен Волчок из Волчка Чиньян. Но там уже надо смотреть, судя по докрутам. На вот мышь прямо накатается. Но она прекрасно все понимает. В такой компании надо рисковать. На очень большой скорости вот проехала, пока эти элементы все. Восемь оборотов. В скрученном положении два оборота. И Бильман. Практически идеально она сделала то, что у нее было в программе. Она может нравиться, она может не нравиться. Может быть, кто-то скажет, что у нее, так сказать, одетая улыбка. Это, так сказать, может быть, правда, может быть, нет, что она не чувствует то, что она катает. Но делает она все очень точно. Она просто крошка. Крошка хорошо катающаяся. И видно, что поработавшая над скоростью в своей программе. Потому что вот я такого проката у нее еще не видела в этом. Ну, я посмотрел тоже на нее на тренировках, она прям понравилась. То есть очень, очень большая молодец, а только... Elle compte une victoire en Grand Prix NH4 filles en 2015. À noter qu'elle est championne des quatre continents en 2016 et deuxième. Имеющийся уровень конкуренции, кстати, внутри японской сборной тоже, он заставляет рисковать. Вот смотрите, вот за каскадом Лустулуп. Луст докручен. Но... Ну, нет. Я думаю, что нет смысла придираться. И это находит отражение в протоколах. Нет там недокрутов. Ну, хорошо, молодцы. Даже если что-то спортсмену и перепадет от судей. Thank you.
Потому что был один правильный путь для того, чтобы ей не считали докрут, это увеличить скорость. Ну, абсолютно логично, да? Да, чтобы она была увеличила скорость, но это не всегда получается, потому что со скорости прыгать сложнее. С одной стороны сложнее, с другой стороны скорость вращения больше и так далее. Ты можешь мимо этого проскочить. Все у нее по уровням там наверняка. Ну, конечно, по уровням дорожка четвертый тоже уровень. Четвертый уровень. Мы с вами сейчас, согласно этим оценкам, видели лучший прокат короткой программы в карьере Сатоко Миахары. И оценки очень высокие. 74-64, пожалуйста. 74-64, да. Sur la glace, représentant le Canada.